Санкт-Петербурге сегодня стартует международный конкурс детского хорового пения. В творческих соревнованиях примут участие и воспитанники из Волгоградской детской школы искусств номер 4. На генеральной репетиции перед отъездом побывал наш корреспондент Евгений Шаститко. Каждую репетицию детский хор «Виктория» начинает с распева. Необходимо разогреть голосовой аппарат, настроить связки для выразительного исполнения песни. Последние 3 месяца хор занимается особенно интенсивно. Для международного конкурса хорового пения, который пройдет в Санкт-Петербурге, ребята подготовили 7 произведений разных направлений и жанров. Петь будут в 4 голоса. Виктория Варламова, художественный руководитель хора, признается, работать с детьми очень интересно, хоть и непросто. Это очень непростой музыкальный язык, поскольку есть элементы джаза. Вот, то есть это здесь и движение, и музыка, и ритм очень сложный. Есть и духовная, опять-таки, музыка. Это везде разная манера. И, в общем, так, чтобы все это в одних маленьких детей запустить, это, пожалуй, самое сложное. А так, все они хорошие. Хор преимущественно женский. Афанасий – единственный мальчик. Поет 2-е альты, самую низкую партию. Музыкой увлекся в 5 лет. Говорит, выступать именно в хоре нравится. Стесняюсь немного, но я не знаю, как это объяснить. Мне все равно, с кем быть. Главное, чтобы был хор. Занятия в музыкальной школе дети посещают с удовольствием. Уроки не пропускают. Большинство ребят попросились в хор сами. Через несколько лет после того, как я начала ходить, мама с папой слышали какие-то звуки в другой комнате. И вот они решили меня отдать в школу искусств. Ну, мне тут очень нравится. Я хожу на хор, на скрипку, на сольфеджио, на литературу. Хор «Виктория» не в первый раз участвует в конкурсах и является лауреатом всероссийских и международных фестивалей. Волгоградцы уже успели побывать в Испании и Риме. Теперь на очереди Санкт-Петербург. Несмотря на то, что ребятам предстоит сложное творческое состязание, хор рассчитывает оправдать свое название и вернуться в Волгоград с победой. Евгений Шаститко, Владимир Лучкин, «Вести Волгоград».